Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy Note 20. Сейчас я вам покажу, как на этом телефоне открыть настройки разработчика. Итак, вначале нужно перейти в приложение «Настройки». Вот сюда вот. Затем нужно будет спуститься вниз, в самый низ, и выбрать пункт «Сведения о телефоне». Затем выбираем «Сведения о ПО», после чего нажимаем номер сборки 7 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Подтверждаем пароль блокировки экрана. Один раз. Все, режим разработчика включен. Что же это может значить, спросите вы. Два раза возвращаетесь назад. И видите, мы вроде бы в конце списка. Но это не так. Теперь, если вы пролистнете еще ниже, вы увидите еще один дополнительный пункт, который в себе скрывает еще очень много новых функций, о которых вы, наверное, даже не слышали. Только вот один важный момент. Если вы вдруг что-то наклацали, сами не понимаете, что, не знаю, вот включили себе показ обновления экрана, не знаю, все у вас вот так вот моргает, мигает, вы не понимаете просто, что происходит в этом мире, у вас начинается эпилепсия. Вот, что нужно сделать, чтобы это отключить, вы, неважно что, просто можете даже не искать вот это все по одному, а вверху отключаете режим разработчика и включаете заново. Все, все настройки разработчика уже сброшены. Спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока!